Здравствуйте, друзья! Сегодня будем солить салаку. По этому рецепту салака получается очень вкусная. У меня этот рецепт и как на селедку, так и на салаку. Я делала селедку, показывала. Ссылку давать не буду, чтобы вы зря не искали. Скажу сразу, здесь салаки 0,5 кг. Салаку можно чистить, можно не чистить, по усмотрению, как вы хотите. К столу все равно будем чистить, поэтому есть время, сейчас можно почистить. Если нет времени, нет желания, то потом все равно придется к столу чистить. Так что выбирайте, выбирать вам. 0,5 кг салаки. Вот она. Мы ее пока отставляем, и нам нужно сварить рассол. Мы будем салаку заливать рассолом. Это не сухой посол. Значит, нам нужно для рассола. Берем сотейник, кастрюльку, что хотите. 0,5 л воды. Я даю пропорции на 0,5 кг. 0,5 л воды. 2 столовые ложки соли. Соль обычная, каменная. И 1 столовая ложка сахара. Специи. Специи, смотрите. Здесь лавровый лист 2 штуки. Душистый перец 2 штуки. Гвоздика 2 штуки. Потом горчица 1/2 чайной ложки и кориандр 1/2 чайной ложки. А там дальше что? Мускатный орех, это на кончике ножа, на кончике ложки, его много не нужно. А это базилик. Можно 1/2 кофейной ложки, он слишком ароматный, поэтому много его не нужно. И еще сюда потом добавим перец, просто обычный ароматный перец черный. Отправляем все сюда. Сейчас я вот так перчика прям сюда с этой, вот прям так, на глаз, перчик на глаз. Поставили на огонь, включили плиту, ждем, пока закипит, накроем крышкой, конечно же, чтобы не улетучивались ароматы. Кипит 5 минут, выключаем, остужаем. Остыл наш рассол, посмотрите, остыл рассол, темный такой, потому что там горчица, поэтому такое немножко, ну видно, что вот он такой цвет имеет, немножко темноватый. Поместила я салаку в стеклянную посудину и заливаю. Накрываю. Накрыли крышкой, отправляем в холод на сутки. Через сутки эту рыбку уже можно кушать. Вот сутки прошли, даже больше, и можно ее уже кушать, салаку нашу. Хорошенькая, чистенькая такая. Кому понравился такой рецепт, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь. Пока!